В Индонезии в списке погибших в результате цунами, опустошившего острова Ява и Суматра, уже 334 человека, а вулкан Кракатау, отколовшийся кусок которого и спровоцировал катаклизм, продолжает извергаться. И потому все актуальнее вопрос о разработке новой системы предупреждения цунами. Оказалось, что старая из сети буев не действует с 2012 года. Подробности у Сергея Мингажева. Детский плач из-под груды обломков. Пятилетний мальчик провел в западне 12 часов. Он был внутри автомобиля, сметенного волной, и это спасло ему жизнь. Поисковая операция в зоне бедствия продолжается. Погибших не успевают сразу отвезти в морг. Тела складывают прямо среди руин, на промокшей земле. Приход волны был настолько внезапен, что люди даже не поняли, что произошло. Из членов музыкальной группы, выступавшей на сцене, в живых остался только солист. Мы потеряли Бани и Оки, двоих участников группы. Еще трое пропали без вести. Пожалуйста, помолитесь за то, чтобы мою жену Дилан нашли. Это официальные данные индонезийского правительства. В результате цунами частично или полностью разрушено свыше 500 жилых домов, десяток отелей, почти все прибрежные кафе и рестораны. Вопрос, которым задаются сейчас многие, почему не сработала система оповещения? Обычно цунами следуют за землетрясениями. Так было в сентябре на другом индонезийском острове Сулавеси, когда в результате мощного подземного удара приливная волна унесла жизни свыше 2000 человек. В этот раз не было никаких явных признаков надвигающейся катастрофы. Клубы дыма над вулканом Кракатау посреди Зонского пролива и кипящее море вокруг. Кадры сняты как раз незадолго до трагедии. Специалисты считают, что причиной этого цунами стал мощный подводный оползень, спровоцированный извержением. Число погибших и пропавших без вести постоянно растет. Раненых принимают в больницах по обе стороны Зонского пролива. Сергей Мингажев, Алексей Печко, Восточно-Азиатское бюро вестей.